Популяризация родного языка и его изучение, пожалуй, одно из приоритетных направлений деятельности филологов. Для того, чтобы качественно изучить эту отрасль, необходимо регулярно проводить различные конференции и круглые столы, где высококвалифицированные специалисты могут поделиться с коллегами своими знаниями и опытом, а также наладить взаимосвязь. Так, в Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета стартовал второй международный форум «Русский язык и литература как средство формирования российской идентичности и международной интеграции». Форум посвящен 220-летию Казанского федерального университета, 225-летию со дня рождения Александра Пушкина и проводится в рамках года научно-технологического развития в Татарстане, а также реализации федерального плана основных юбилейных мероприятий по подготовке к проведению празднования 200-летия со дня рождения Льва Толстого. Вопрос изучения русского языка крайне важен. И вчера в Республике Татарстан закончился второй форум министров образования и науки международный. И, дорогие коллеги, я вас хочу заверить о том, что практически все делегации, которые представляли 40 стран мировых, они говорили о том, что необходимо продвигать, необходимо работать над тем, чтобы русского языка было больше, над общим таким стандартом преподавания русского языка, изучением русского языка. И поэтому, дорогие коллеги, Казанская лингвистическая школа, как я всегда говорю, традиционно имела плотные международные связи. И это крайне важно, чтобы мы их сохранили и приумножили. Второй форум, который проходит в эти дни у нас в Казани, в нашей республике, это я бы назвал его историческим событием, потому что собрать из многих регионов нашей страны, из рубежа наших ученых, учителей русского языка, литературы, студентов и в целом лингвистов в нашу республику в очном формате, в дистанционном формате для обсуждения роли русского языка в современном мире, это очень ценно, это очень историческое событие. Список участников международного форума разнообразен. В этом году его посетили специалисты из 20 стран и регионов России. На форум приехали доктора филологических наук, директора государственных музеев, президенты институтов и профессора. По словам участников, данное мероприятие – это отличный повод встретиться с коллегами и обсудить актуальные проблемы популяризации и изучения русского языка и культуры не только русскоязычными, но и иностранными студентами. Помимо широкой географии участников, на форуме также насыщенная образовательная программа, в рамках которой будет проведено множество семинаров, заседаний и конференций. В рамках конференции ученые выступят с докладами, которые захватят все узкие отрасли филологии. Такие мероприятия, конечно, действительно очень актуальны, важны. Дело в том, что это такой, я бы сказал, очень солидный, значимый форум, который родился у нас в прошлом году. Родился он в связи с тем, что мы готовились к юбилею университета и, конечно, просматривали очень многие варианты. И учитывая то, что наш институт филологии и коммуникации очень такой солидный, так сказать, институт в составе университета, который действительно имеет очень славные традиции развития филологического образования и вообще филологической науки не только в Татарстане, в России, но и в мире. Потому что наша лингвистическая школа – это действительно знаменитая школа, которая здесь во всем мире, которая родилась в Казанском университете. Поэтому такое мероприятие, оно, конечно, очень значимое. В ходе нашего форума мы будем обсуждать, конечно же, вот эти юбилейные наши даты, и будем возвращаться и к истории, к истокам и основания Казанского университета, и к творчеству Александра Сергеевича Пушкина. Также в рамках форума мы будем обсуждать еще вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 200-летия со дня рождения Льва Николаевича Толстого, нашего бывшего студента, который прославился во весь мир и прославляет наш Казанский университет. Задачи форума масштабны. Здесь важно укрепить позиции представителей российского научно-образовательного сообщества в мировой академической среде и посодействовать формированию благоприятного образа Российской Федерации путем расширения сети партнерских связей и профессиональных контактов. Форум направлен на укрепление связей между учеными, а также создание новых профессиональных контактов, которые в будущем приведут к плодотворному сотрудничеству. По словам руководства Казанского федерального университета, проведение такого важного форума в стенах старейшего вуза России – это почетная и ответственная задача. Это просто замечательно. Вы знаете, Казанский федеральный университет настолько, считаю, в передовых рядах нашей страны, он выступает с такими историческими
как сказать, проектами и исполняет их блестяще. На самом деле, конечно, я любил, любил читать русскую классику, как все мы любим, да. А потом определенное количество там обстоятельств сделало, чтобы я полюбил, полюбив этот язык, поменял коренным образом, как я говорю, вот, бросил английский и с тех пор преподаю уже 30 лет, больше даже, русский язык. Форум «Общность, идентичность народов России» – это очень нужный, серьезный форум. И я, конечно, благодарю Казанский федеральный университет за приглашение. Отметим, что международный форум будет проводиться в течение 3 дней. Для гостей города будет проведено множество культурных мероприятий, в рамках которых они ближе познакомятся с историей Казанского федерального университета, а также насладятся красотой солнечной столицы Татарстана во время экскурсии. Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.